Все когда-то проигрывают. Все падают. А встают. Встают уже далеко не все. Ты ничего не должен этим людям. Ты дал им все, что мог. Нет. Пока не все. Я должен стать достаточно сильным, чтобы победить его. Я должен посвятить всего себя этому. Никто не будет в силах меня остановить. Я стану другим. Мне не будет равных. Иди за своей целью, отдай все свои силы. Если ты потерпишь поражение, ты хотя бы пытался. Я не справился. Эта фраза в 10 раз сильнее, чем фраза «А что если?». Ведь те, которые так говорят, они даже не пытаются. Ты бьешься о стену, у тебя ничего не выходит. Ты хочешь понять, почему? А дело все в том, что для того, чтобы хоть что-то реализовать, ты должен для начала сам поверить в это. Мой выбор — это восхождение, не падение. Мой выбор — это жизнь, не смерть. Сегодня будет этот день, не завтра, не на следующей неделе. Сейчас, в эту самую минуту. Вера в свои силы изменит мой мир. Я никогда не сдамся. Я не сдамся, пока не буду уверен, что положил на алтарь победы все, что только мог. Мой выбор — это борьба в ответ.